Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Они знают, где покупать. Ломбард «Титан» для всех и каждого. Один человек получил травмы в результате аварии в Яранском районе. Там водитель фургона не уступил дорогу многотонной фуре. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла утром на 178-м километре трассы «Вятка». Мужчина за рулем «Газели» не пропустил грузовик. Водитель автомобиля «Газель» на неравнозначном перекрестке, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «МАЗ», имеющим по отношению к нему преимущество. После столкновения водитель «Газели» получил травмы. От госпитализации мужчина отказался. В среду в Орловском районе 25-летний водитель «Форда Фокус» не рассчитал дистанцию и врезался в попутный трактор МТЗ-80. От удара трактор с прицепом оказались на обочине. Позже пожарные отбуксировали его на трассу. В итоге 2-летний пассажир иномарки получил травмы. В Кирове на улице Ломоносова столкнулись «Лада» 12-й модели и «Фольксваген Транспортер». По данным ГИБДД, водитель отечественного авто пытался избежать удара с попутным автомобилем, который притормозил перед ним. В итоге легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, пострадавших нет. В Слободском районе мужчина за рулем УАЗ «Хантер» не справился с управлением. Машина вынесла с трассы в кювет, она перевернулась. В аварии обошлось без травмированных. В Юрьянском районе на мосту через реку Великую столкнулись два автомобиля – «Рено Логан» и «Газель». Информация о пострадавших уточняется. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за несоблюдения скорости на скользкой дороге. Сергей Пичугин, место происшествия.